Здорово, Здорово, народ. здорово. Приветствую Всем привет. У брата там тоже это запись будет у них. Да, Не у меня получилось у супер нас. новые отличные новости. Меня опять на 3 месяца забанили уже второй раз. На этом канале вообще весь слух. Ну, не полностью забанили, а именно трансляции. По совпадению контента с другим пользователем. Хотя вроде как не было никакого контента. Короче, не важно. Давай сам подада по там. Да, сейчас только картинку найду подходящую. Я тоже. Можно просто бы там по счету, помнишь, какой у нас там счет был. Да, вот я говорю, ты можешь сейчас посмотреть в моих плейлистах? Там, где меньше, там мы будем играть в эту игру. В смысле меньше? В смысле нумерации там, по-моему, что-то больше было, по-моему, там по 16, а там где-то 17 было. Число игр. 17, 16. Еще в плейлистах у меня посмотри. Ну, по идее, Евротрак у тебя меньше всего. И КСК, да, по-моему? Да не, КСК нормально. КСК у КСК. тебя 15 вариантов, ну, нет, видео. Евротрак 14. Самп тоже 15. Короче, у тебя все по 15, кроме Евротрака. Так что, братан, По Евротрак номер меньше. в плейлистах именно написано число. А что по числу? Может, по не по числу, а по количеству. Нет? Ну, в меню плейлиста, там написано, сколько видео в плейлисте. Ну, я же тебе говорю, Евротрак не доступен. Вот туда сейчас ищу картинку с Евротраком. Сказать, какой цифровой. Ну, говори. 15. По-моему, там 15, да? 15 метра. Что ты там крутишь? Да, ну понял, идет обновление, ну, прогрузка чата нашего, долго грузит. Там, брат, сразу скажу, поменяй микрофон себе. Опять что ли? Да, я слышу, как ты там по клавиатуре шелестишь. Блин. Сейчас. А, и правда. Прием, прием. Раз, раз. Да, слышно. Всем здорово, у меня проблема, у меня 3 месяца нет стрима. Да, меня зовут Бахтан Куляев. И у меня проблема. Да, брат решил мое видео, ну, решили одно видео запустить, похоже, это, ну, по названию игры, но картинки там, что похоже, были, брат. Да, одинаково все было, если честно. Да. И его... Да, меня, честно, почему? Надо проехали, да, братан, чтобы не застряться. Да. Так. Это что? А, захват игры, а мне... этих захват не помню, как нужно чтобы играть в игру. А, наверное, захват окна, скорее всего. Окна, ну включи все лучше. Так. А потом ты будешь записывать когда-нибудь Need for Speed? Да. У меня тут сейчас что-то вообще. Чат вообще. Тормозит пипец, ребята, из
какой-то шмар. В браузере шмар. Имеешь в виду, ты смотришь? В планшете? Ну, в браузере, в скайпе, да, что смотрю. А, в скайпе чат. Ну да, скайп он такой. Немножко вот тормозит. А точно это, мультиплеер обновится? Вроде обновился, да? Ну, обновился, обновился, должен обновиться. Хорошо. Я понял, когда сейчас листаю, он у меня перескакивает вообще. Перескакивает куда там и тормозит жестко. Почему? Кто, а кто перескакивает? Ну, чат вот этот, который в скайпе. Ты, тебе тут надо тоже вспоминать, какого числа ты мне картинки скидывал. Пока я не найдешь ту картинку, у него полдня пройдет. Какая ты говоришь? 15-е? Что у меня тут все открыто? Все открывалось. Я сохраняю 15-е себе. Что меня не хочет заходить в этот. Блин. Ну, мне даже мультиплеер. Я понял. Так, ребята, я меняю картинку сейчас. Правда, в названии сейчас там надо будет тоже. Поменять. Ребята, да, долго не стримили, ну, не стримил я, и вот это вот небольшие, ну как, не подготовились сразу, да, там то дела были у меня, то еще что-то. Вот вы сейчас должны видеть картинку, которую будем играть. Брат, ты можешь сейчас проверить заодно? Видно там картинку, он тормозит, как он там работа идет. Работает там мое видео. Сейчас посмотрю. А ты уже Евротрак включил или что? Подожди, а что это? Что? Стрим? А, ну ладно. Ну, картинка есть, да, 15, номер 15 написано. Что еще тебе нужно сказать? Я не понял, сейчас я... Ну... У себя смотрю, сейчас это идет, ну... Название стрим угадай игру, да? А я так сейчас прочитал, как будто стрим Украина угадай игру. И что-то сейчас такой немного в голове тормоз прошел, такой небольшой. Потому что, говорят, я, ребята, долго не это, не стримил. Вот. Стримы открылись вот у меня. 18-го. Числа. Слышь, брат, это ты не помнишь, как там в описании или где-то менять? Это в настройках в описании, да. Или название стрима, да. По названию стрима. Стриму, да, игру. И тут, я помню.
Нам звонят. Еще одна будет игра написана. Но пытались запустить ее. Так что будет сегодня только одна игра? Братан, ну я вчера пытались загрузить про наш игру. Немножко 92 человека всего, братан, прикинь. На Европа один сервер, и всего 92 человека. Так мало. По-моему, мы обычно играли на Европа 3, брат, если честно. Мне так кажется. В основном мы играли мы. Что, на Европа 1 первом. Хочешь сказать? Да. Точно, все, да? Угу. Кажется, как-то на третьем. Потом на второй перешли. Немножко. На втором у нас вылетало. Так, пробуем. Сейчас еще тут. Так, вроде бы все. Так, теперь я сейчас захожу. Заходи, брат. Мультиплеер. Так, что у меня? Захват. Сейчас надо открою так, вот скорее сюда и. Сейчас, ребята, надо проверить. Так, заодно сейчас обновить. Так. Ага, что-то оно. Угу. Фирма, а ты не помнишь, как там по размеру, где, в каком разделе? Именно ну алло. Все картинку да. Картинку подгонял сейчас так ребята напишите будет видно игру или нет я вот сейчас запускаю игру напишите будет ее видно или не будет плюсик или минус ставьте. Плюс это будет видно, минус не будет видно. Тормозит телефон. Ты уже включил Евротрак? Да, зайдет заплат за русской игры. Я тоже включил. Я слышу тебя музыка даже идет. Ну, звук. А такое-то кого-то понял. Не на весь экран у меня играл сейчас. Так, наверное, так и есть. Нет, именно ты понял, Качу. У меня окно получается, когда помнишь, когда показывал тебе экран, что панель задач открыта была. Типа время, чтобы было видно. Вот такое вот. У меня походу в настройках так и осталось. Ничего походу не менялось. Когда мы в последний раз играли. Так, а где мышка? Это вообще сейчас. Неужели опять что-то, ребята? А что ж опять такое вот? Что-то начал загружать. Брат, а ну подскажи, видно, не видно игру? В скайпе?
Или где? В трансляции, братан. Сейчас посмотрю, хорошо. Не, я не смотрел, я же в игре сидел. Так, ребят, у нас тут Очередная ошибка, да? Нет, чего, у меня по 3-4 Европы, братан, тут нету других серверов. Первый сервер Европа 1, да. Второй сервер и четвертый. Ну, у меня тоже так. А помню, еще что-то там было, два других сервера. Ну, их уже нету, а что делать? Есть, их нету уже, да. Так что мне посмотреть, на сервера, что ли? Игру показывают у меня. Сейчас посмотрю. Игру видно или не видно? Не, черный экран. У тебя, походу, это неправильно настроено. Тебе надо, чтобы была включена этот, как это называется, игра. Ну, как-то. Окно игры или что-то такое называется. Галочку. Захват. Галочку просто. Нет, так, захват игры должно быть, братан. Ну, захват игры открыт. Открыт? Ну, захват. Тогда тебе придется, в принципе, перезагрузить еще раз игру. Ну да, черный экран просто. Она не так и не загрузила. Я вижу, ты выводил именно вот эту мультиплеерную заставку, там где этот чашки и футболки нарисованы. Скорее всего, она на этом остановилась, братан. Дальше не было ничего. Ну, запись вот идет, вот я сейчас смотрю, что идет. Трансляция, да, конечно. Трансляция идет, да, вот что, но... Ну, дальше уже не идет. Вот, я сейчас картинку поставлю, такая же. Так, все, как она загрузилась. Так, подожди, что это у меня? Захват... Вот окно. Так, здесь один закрыть. Так, ну-ка сейчас, ребята, проверю. Будет видно или не будет. Ну, в виду. Вы проверите, мне напишите. Братан, видно сейчас? Ну, то, что ты делаешь, да, но игру я сам. Понял? Я понял, да. Да, я сейчас вот в игру зашел. Есть игра. Все пошло, но есть надо. Как ты это сделал? Расскажи, чтобы люди знали, пожалуйста. Ну и ребята просто перезагрузил захват окна и все. Ну поменял местами, просто там картинку включил, там вверху там включил игру, перезапустил, все. Так, ребята, какой, брат, сервер будем, на ком? Я думаю, первый, брат. На первом? Да, на первом. Так, ребята, если сейчас передай. Да, ребята, если извините, там, если что-то слышите, какие-то звуки. Так, у меня есть оно, которое тебя проверяю, да, у меня есть. Хорошо. Так, я сейчас, ребята, заодно сделаю на полный экран, чтобы у меня нижнюю панель не было видно. Ну, просто у меня сейчас вот и игра грузится, понял, а по бокам вот эта вот синяя рамочка до конца
выведено. И игра что-то грузится. Это сейчас что? Работает, все. Что сейчас показывают? Загрузку игры? Да, вот. Опа-на. А тут что у нас? Отсюда все еще контроллеры какие-то. Что ты меришь? Чего у тебя такое, я не вижу. Ну вот сейчас я... Ну просто показывают Евротрак заставку. Ты видишь вот на отсутствующие контроллеры там? Не вижу. Мышкой по наведи и покажи мне. Ну вот я тебя сейчас... А, все вижу. Сейчас плохое качество, сейчас не вижу пока. Сейчас оно должно загрузиться, наверное. Пока что. Блин, трансляция приостановлена, пишет. Я не успел прочитать. Что трансляция сбросилась? Подожди, у меня идет трансляция. У меня зелененький горит квадратик. Какие-то, братан, контроли. Это связано с рулем, скорее всего. Ты у тебя подключен руль сейчас? Нет. А что он туда хочет? Туда надо крестик нажать, представь. Я закрыл, да. Ну да. Так. Брат, я не хочу. У меня все тормозит из-за этого, когда включаешь видео стрим. Все, давай ты потом сам будешь проверять через планшет. У тебя же есть опыт Android. Так, я лучше сейчас вот так вот, ребята, сделаю, потому что мне немного мешает тут одна панелька. Все, и так тормозит. Так, это есть. Сейчас... Куда поедем сегодня? Так, по карте, да, сейчас. Если что, я в Чопинге. Я понял, я сейчас... Я в Брюсселе, брат. Ну тебе я понял, это из-за того, что ты никогда давно не заходил. Нет, это скорее всего из-за обновления. А давай, брата, сейчас так вот, смотри, я поеду с Брюсселя, а ты с Инчопинга. Ты с Брюсселя? А ну подожди. Да. А где он? Ого, так что, это далеко очень. Можешь переместиться ко мне. Нет, чё ты, давай ко мне. Давай, братан. Давайте я тебе, да, заодно сейчас, ребята, возьму давно прицеп. Вспомнишь, как это. Я сейчас прицеп возьму. И шо? Ну и с прицепом перемещусь, что. Так. И Чопинг, да, знаешь? Йо. Нет, не Ли. Ну, Йо Чопинг. Там НЛ здесь, если найти. Это как бы разные города. Гетербург. Не так. Вот, и Чопинг есть. Так, сейчас посмотрю прицеп. Так, здесь у меня на работник нанятый. Уже ездить на нем. Здесь тоже. Вот вы сейчас видите, ребята. Прицеп. Прицеп я сейчас вам показываю, ребята, какой он думает взять. Братан, а с каким процепом попрем?
А ну-ка, сейчас я гляну, ребят, на цвет машины. Ага. А прицеп, помнишь, мы какой брали, да? Че не помнишь? По-моему, синий, да, был прицеп у нас? Шторный. Да, вот, да. Взять, возьму его и... Алло. Ой. Что ты пропал? Да-да. Да, что ты... Скайп плохой. Ну, не знаю, скайпик, ребят, не скайпик. Ну, сейчас. Ты ж из Юнчопинга поедешь со мной, правильно? Да, да, Юнчопинг. Откуда, куда? Ну, сейчас выберем место, что... Выберем точку и поедем. Давай, на как делаем, как ты думаешь? На своем роде или не на своем? На своем. Прицепе, точнее, прицеп. Ну, еще я свой прицеп взял, там сейчас заодно посмотрю одну функцию. А как одну называется функцию. Он? Алло. Алло. Какой именно прицеп ты взял? Ух, пропал. А где двойные сцепки, не понял. А вот раз, два. Алло. Алло. Да, да, ребят, тут меня сейчас отвлекли. Кто я? Нет. Спросили, сколько я еще буду занят. А. Сколько? Я сказал, ну, 1020. Так, у меня тут настройка, надо сейчас поменять. Ты, я тебя хотел спросить, а ты ушел. Я хотел спросить, каким. С каким, какой груз брать? Прицеп, точнее, какой, какого вида? Рефрижератор. У меня есть, по-моему, шторный взял. По-моему. Ну, сейчас тебе скажу. Просто у нас будут разные грузы, если знаешь. Не, у меня шторный. Угу. Хорошо. Двойная цепь. Одна. Все, я закрепил стороны. Кстати, да, вот они в рейсе написано, мои эти люди, но они почему-то мне денег не приносят, прикинь. Обидно. Ну, мне приносят доход. Они, кстати, братан, это... Они приносят тогда доход, когда ты в игре, я так понял. Наверное. Я вот в гараже от идеи. Ты вообще на сервере? Да, да. Нет, не на сервере, тут в этом городе, там, где я сейчас нахожусь, один человек. А, я что-то думал, в этом на сервере. Ты какой взял этот? Скайп. Ну, я шторный взял. Я тебя вижу. Я
Я сейчас вот смотрю биржа груза. Ну же, я только с тобой тут стою. Ну что, я вот внешние заказы, братан, смотрю. Тут вот. Это я пройду к тебе. Я вот сейчас смотрю вот грузы. В самом деле, ребята, тут длинные, короткие. Давайте, ребята, мы возьмем, не знаю, грузик. Братан, давай длинный возьмем груз, а потом продолжим какую-нибудь серию. Давай, как называется? Ну, у меня сейчас эти грузовые диски. Ну, внешние заказы, правильно ты взял? Ну, это внешние заказы, биржа грузов, внешние заказы, да. Внешние заказы тут там еще. Еще раз, как ты сказал? Грузовые диски. А, Амстердам, это оно? Да, 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 оно. Отлично, отлично. Ты заметил, да, что раньше не было такого? Внешние заказы, тире-грузы. Ребята, да, кстати, мультиплеер обновился вместе с игрой. Ух, вот в этой версии добавили внешние заказы, тут и... Ну, именно, да, которые не просто внешние, а еще какие-то с грузами связаны. Да, вот, и биржа грузов, и внешние заказы. Короче, такого теперь. Да, тут получается несколько разделов, вот прямые перевозки, внешние заказы, биржа грузов и еще один, получается, внешние заказы. Внешние грузы называются. Да, внешние грузы, внешние заказы, внешние грузы. Получается, что ты, как, оно похоже как с планеты, но с планеты почти связано, но и не связано, так вот, можно сказать. С грузами связано, брат. Да, потому что с грузами. Так, ребята, мы берем грузик. Ну я уже взял, можно ехать, в принципе. Я сейчас беру, да. Амстердама там. Да, 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 беру. И вот, ребята, ну, сейчас довезем до ближайшего. Ну, недалеко отвезем там до СТО, там до заправки, тогда в следующей игре на стриме продолжим вести. На твоем стриме, да. Да, да, на моем стриме и. Возможно, он будет скоро, вот в ближайшие дни информация будет высвечена. Ты куда поехал, брат? Да, он поехал, опубликовано на сайте. Сейчас пойдет, должно быть это со мной, да. Правильно? Я сейчас еду, если ты уже поехал за грузом, то я только выехал за ним. А чё, я думал, у нас все одинаково. Ну, одинаково, что я только выехал за ним. Сейчас еду за ним, я тебя вижу на карте. Я тебя тоже, только ты как-то далеко уехал. Ребята, можем взять груз и ждать вас на точке вот. Круг сделал, получается, ты. Блин, я выделяю как пьяный. А, вот. Можем взять груз и подождать вот на парковке, вот место вот сейчас меточку поставлю и будем вас ждать там. А в следующей версии... Ну, не версии, брат, а в стриме. В стриме, да, в следующем. Именно там мы собираемся, правильно? Ты про это? Хороший. Да, да, и там будем, и там собираемся, кто со своим прицепом, со своим грузом, как говорится, ребят, и поедем. Так, вот сейчас. Алло. Алло. Опять пропал. Извините. Груз? Ты чё пропал? Что груз, алло?
Я все, я загрузился, сейчас выезжаю и паркуемся. Хорошо, просто скайп вылетает вам. Да, вот, ребята, иной раз. Ой, ты. Там сложно, осторожно, очень узкие там переулки. Я смотрю дальше, они обновили выезд. С... Аккуратно надо очень. Получилось? Вроде бы потихоньку получается. Выехал вот сейчас. Это еще не все. Ничего, я уже считаю, что выехал, что не все. Ну да. Вот уже выезжаешь почти. Все. Кто спереди? Да. Давай ты, чтобы я тебя видел. Чтоб так, я, ребята, вышли. Я был на твоем стриме, да? Да, а да. А ты в другую сторону поехал, почему? Давай. Ну, как раз на гаечном ключе будем ждать. Все-таки на СТО, ребята, будет. На сбор как раз, чтобы да, больше машин. На ключик, да, правда? Да, да, на ключик. Я тебя жду, давай. Обгоняй меня. Так я туда еду, ты тоже туда едешь. Я тянул, ты... А, ты с другой стороны едешь. Написано 19 часов езды до того города. А? Мне 17. А чё у нас разное время? Странно. Может быть, знаешь, как тебе где-то за городом, а мне где-то в городе. Может быть, блин, ты... а там что, ключ? Подожди, брат. Странно. Вот отошёл. Хотя, не, я могу вечером, Зои, я вечером могу сходить. Как раз прогуляюсь. Так, я сейчас пытаюсь вот проверить трансляцию, что вот свернул. Ага, все. Алло, брат, кто кого свернул? Ну, я свернул, чтобы посмотреть, идет запись. И что там идет? Ну, сейчас посмотрю. На ОБС, правильно, ты посмотришь? Опа, ну все. Красненьким горит. А что ты сама на ключик не заехал да, дальше? Алло. А сама это понял, у меня запись вот идет 49. Ну, просто почти. Неполадки, скорее всего, с интернетом у тебя заедает. Ну и что, вот так оно пишет, а это... Это где? Ты уже заехал? Да, я же говорю, надо заехать на ключик пока. Как бы там же, да, чтобы тебя там... Ехали. И вот так вот будем стоять, правильно? Ну можем так, можем развернуться по-другому стать. Там мне и так нравится, в принципе. Не знаю. Это нормально, брат. Все? Сделаешь скриншот? Скриншот? Сейчас вспомню, какие там кнопки, давно уже не было там. Что-то не получается. Сейчас, подожди.
по-моему, F11, по-моему, или F12, что такое. Не, надо же закрыть окна все. Да, ну я понял, у меня лично все закрыто сейчас. Блин, сбросилось все нафиг. Сейчас, подожди. Вот эта карта закрывается. Вот это окна. О. Сейчас. Все, сделал скриншот. Тогда, ребята, ждем вас на этом месте. Сейчас на карте покажу. Вот маршрут у нас. Вот как раз тут и ждем вас. А, я тоже туда карту открою, правильно? Ну да, открывай, показывай. Угу. Все тогда, да? Да. Все, выход с игры. Все равно. Работа, кажется, что ничего никак. Здорово. Тут у меня какое-то одно сообщение прислали. Ну все, братан, прощаемся, не? Да, да, давай, прощаем. Всем, ребята, ждем вас, да, на следующий. Господи, нас идет. Да, когда ждем? Ну, короче, не важно, да? Ну, давай, да, мы напишем. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии по игре. Все ссылочки будут в описании. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Да, пока-пока.